Это кадры из московского метро, где во вторник утром с рельсов сошел поезд. Пострадали десятки человек. Есть информация о погибших. Агентство AP также сообщает, что перед аварией на одном из перегонов метро сработала сигнализация. Напряжение упало, и поезд резко затормозил, после чего несколько вагонов сошли с рельсов. МЧС эвакуировала из метро более 200 человек и задействовала 8 вертолетов, чтобы доставить пострадавших в больницу.